Более 50 сотрудников МЧС России и военнослужащие Министерства обороны оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров. Группировку общей численностью 55 человек и 18 единиц техники направили для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мартовского заповедника на границе с Нижегородской областью. Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от пути эвакуации. Через несколько часов упорной борьбы с огнем стихии удалось победить. Люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Никто не пострадал. В настоящее время со стихией борются свыше 500 росгвардейцев. В их распоряжении более 20 единиц специальной техники. Кроме того, для тушения пожара с воздуха задействованы ведомственные вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Воздушными судами управляют наиболее опытные экипажи. Авиация Росгвардии сбросила более 700 тонн воды. Личный состав и авиация Росгвардии оказывают неоценимую помощь городу и ядерному центру в борьбе с пожарами. Они не только совместно с пожарными расчетами тушат очаги возгорания, но и расчищают просеки, создают минерализованные полосы, подвозят воду, ведут круглосуточный мониторинг распространения огня. В условиях чрезвычайной ситуации действуют очень эффективно, уверенно и профессионально, обеспечивая стопроцентную безопасность жителей объектов закрытого административно-территориального образования. Всего в тушении пожара на территории Нижегородской области и в природном заповеднике имени Смедовича в Темниковском районе Мордовии задействовано свыше 1100 человек и более 250 единиц техники. По состоянию на 25 августа общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 6000 гектаров.